Вот где паданка? Я еще и очки не взял, не вижу вообще нифига. Только на коптере подлетать. Вот он, балаган старый. Ореховали тут мужики. Белочки сюда, хоп, забежали, погрызли тут на нарах, приспособились тут. Ну вот она, я показал, полетела. Так. Шишка, в общем, не очень хорошего качества. Прелая вся. Ну, есть такие, ничего, ананасы. Но в основном прелая. Ну вот уже такая тоже прелая наполовину. Вот тоже начала уже гнить. Вот эта верхняя часть еще хорошая. Да из-за влаги, из-за этой вот этой лютой, которая была летом. Шишка испортилась, но... Костян залез вот на эту тоненькую, обхватить которую смог, рука. Ты трясти будешь или нет? Да. Это он с собой в рюкзаке туда затянул наверх. Сейчас рюкзак лучше развяжет. Что-то не сыпется ничего. Все? А? Все, говорю. Нет. Нет? Да, ты железо. На соседнюю? А? На соседнюю? Нет. Как китайцы. Китайцы прыгают. С кедры на кедру прыгают, но. Это. Прилаем. Ранен. Ах, да. Ну да. Кто знает, что за ягода. Она полезная. Корни особенно. Ягоды-то нет, корни вот этого растения. Вот в такой тайге и собирается весь кедровый орех, который на прилавках в красивых упаковках, очищенный уже. А вот добывается вот он вот тут.
99,9% ореха, который на прилавке попадает, вот в таких вот условиях строят мужики балаганы, кунги, приезжают, собирают, сдают, его перемалывают комбайнами всякими и на прилавке. А иначе никак. В общем, идем обратно. Шишки нифига нету, паданки. Поедем мы в другое место. Сейчас мужиков, там есть таборок один, ехали. Ну, шишки чуть было. Там выгрузим. И поедем. Нам надо с Андрюхой крышу сегодня покрыть. Паданки нету, еще не сыпется, еще рано, числа 15 будет само то, чтобы она замерзла, дождик может прошел, ночью замерзла, ветер сильный, тогда посыпется, ну и подсохла, конечно, она еще зеленая, не раскрылась. Прошлогодняя валяется всякая гнилая. Какие ананасы хорошие. А запах? Ага. А запах на камеру не передается. Чернота такая идет, гремит. Сейчас нас тут засыпет. Вон, смотри, шишки много на кедре. Вон, макуха вся в шишках. И на боковых он даже есть чуть-чуть. Мохнатая. Ага. Какой-то странный гриб. Да не, это не белый, какой белый. Белый? Да какой белый, пористый он, смотри, снизу. А, ну, поганка, нахуй. Я бы офигел, сроду грибов не было. Поганка. Ну вот почему-то поганки, да, растут, а съедобны. А может обойдет стороной? Блин, как бы камера передавала воздух, вот который здесь свежайший, прям такой чистый. Охота еще две ноздри, чтобы надышаться. Не жарко, не душно, офигенно. Рябчик что-то отзывался. Мы уже прошли, наверное, метров 300 с того места. А тут нет. А тут шишки вообще мало. Почти не, ну, не видно даже. Хоть у меня и зрение не очень, но не видать шишки. Это шишка прошлогодняя.
свежая уже, белка объедена. Вон, кедрухи какие сухие. Ну, есть дрявые все, поедены короедом. А так, вот есть, а он не поеденный, он ровненький стоит, хороший. Вот с таких строить. Ну, нельзя такой лес пилить по закону. Почему-то вот нельзя, сухой лес. А так это противопожарные методы, ну, меры. Вот в него молния шарахнула, она такой жар даст, разгорится. Сухая. Там внутри-то оно такое дерево, ядреное еще. Смола там. Ну вот она туча черная идет, а вон там светленько. Так что может еще и порыбачим. Ну гремит так, нормально. Не знаю, слышно, нет, будет на камеру. Еще хотел сказать, друзья, есть мнение такое, что, ну вот заезжает, допустим, кто добывает орех кедровый, и типа зверю вообще не остается ничего. Это вообще просто такой бред. Вы можете себе представить, каких размеров тайга, да? Ну вот кедровая. И здесь дороги-то, это бывшие лесовозные дороги, еще в Союзе их делали. Тут не везде ты можешь подъехать. Только процентов, наверное, 20, вот куда ты можешь подъехать, чтобы забрать эту шишку. А таскать ее на хребту, ну, максимум километр можно. Ну, потому что, вы представьте, с мешком с этим километр идти. И таких ходок надо сделать десятки. Шишки валом. Ну, вот в плане для, там, чтобы зверю покушать, шишки хватает. И всегда хватало. И у зверя нет такого, знаете, если шишки нету, то все. Бывает, ее просто, ну, кедра не рожает. Нет урожая. Допустим, кабан идет на желудь, на хвощи. Ну, а так кабана-то сейчас вообще нету. Ну, не то, что там, если его нету, значит, мы сейчас все заберем. Нет. Всегда шишки хватало зверю. Ну, просто бывает, кто-то напишет, вот, вы шишку там долбите, что зверь будет кушать. Да, блин. Я говорю, процентов 20 вот люди могут только забрать. Ну, может быть, если бы дороги позволяли, там была бы возможность подъехать, подъездные пути, то люди, они же не могут остановиться вовремя. Все бы забрали, а так вот нет дорог и есть зверю где покушать. Я вот сейчас съехал, вот было несколько следочков кабаньих. Ну, прям вообще, я прям удивился, за столько километров проехать и вот один раз увидеть след. А вот это я не знаю, что за растение такое. Часто попадается. Тучу натянуло, сразу темно, как это, как будто вечер. Сейчас 2 часа дня. Грозовой. О, какой здоровый сокол или кто это, их там вон, смотри сколько, здоровые пролетели, видел? Не видел? Ага. Много пацанов сними, вон они, табор там видно, показывать не буду, подъезжать, балаган. Сейчас к ним заехали, все нормально у них.
Давай. В общем, примерно то же самое место, где мы 2 года назад работали. Только тут шишка чуть-чуть есть. И все, сейчас они вот ждут паданка, может будет. Собирают потихоньку. 3 мешка набрали уже. Вот так вот. Как наберут, мне со спутникового сообщения будут писать, и я поеду за шишкой. План такой, в общем. Ну, соответственно, продукты им завести там. Вот. Попробуем андулин положить, крышу накрыть. Смотри, что сбоку. Нормально тут. Везде нормально тут? Ну да. Не, наверное, надо это. Положили один слой, или как оно там? Один ряд. Вот. Сейчас надо половинку класть. Ну, это там по этой технологии, чтобы... Если мы положим один целиком, то у нас стык будет с 4 листов состоять. Вот тот верхний. И будет, ну, топорщиться там. А так мы половинку кладем, и дальше идет у нас целые листы. То есть мы вот эту вот часть минуем следующим рядом. Вот так вот, видите? Ну вот, а сейчас целый идет уже лист. Так, ну, один скат крыши сделали, одну сторону. Ну так, не без косячков, но терпимо. Ага. По листам бы еще, по нашим бы не шарились бы ногами. Вон. Все, вроде помыли, она высохла. И все, да, дождем смоет. Так, это кушать у нас. В общем, пол крыши мы, получается, сделали. Надо ехать домой, по светлу проехать плохую дорогу. Андрюхе комиссию проходить. Руслана догнали, домой едет. Сейчас в паре поедем. Ну, в общем, вот, друзья. Опять сосок у нас завернуло. Вентиль, хорошо, вентиль пусть это будет. Рыбачьте, идите, чё? Будем менять, что сделаешь. Пробку создали тут. Аж 2 машины. То за неделю ни одной. Мужики на рыбалку. Осень. Уже с рыбалки получается.
Вот такое колесо в одного, наверное, не закинешь. Вдвоем-то тут кое-как, да? Втроем. Ну, по частям можно. По частям? Ну да. Друзья, мы, в общем, приехали почти. Такая вот быстренькая поездка получилась. Ну, сейчас такие будут поездки. Не на много дней, но, наверное, часто будем ездить. Хотелось бы часто, чтобы ездили, потому что за шишкой можно ездить. Сейчас ждем сообщения от мужиков. Ну, должны отправить со спутникового и поедем забирать. Как-то так. Ладно, все, берегите себя, близких. Всего доброго.